Угадываем игру по скриншоту. Если кто-то знает название этой игры, пишите в чат. У нас 6 попыток. Я пока что не совсем понимаю, на что я смотрю. Похоже на какую-то, да, PS1 игру. Типа стратегии или что-то того. Cannon fodder? Да вряд ли. Да вряд ли. Кажется, 4 дня стрим пропускаю. Я точно не пропускаю. Подумал, что это Star Wars. Но на деле это какой-нибудь GTA, да? Нет? Metacritic score 93%. Без понятия, все еще без понятия. I'm rich! Платформа DS и PSP. Chinatown Wars? Какой-нибудь. Да? Ну, попробуем. Chinatown Wars. Баем! Nailed it! Баем! Не знаю, как игра выглядит, я угадываю название. Жанр экшн-адвертюра. Релиз 2009 год. Угу. Rockstar Leeds, Rockstar North. А как мне теперь... А, тут надо все проскипать. О. Конкер. Нет. Но близко. Очень близко. Банджо? Ту или Казую? Казую. Банджо Казую. Изи-пизи. Metacritic score 92. Платформа N64. Это они так разговаривают в этой игре. Экшн-адвенчура. Оригинальный релиз 98 год. Разработчик Rare. Делали нормальные платформы, разделали в итоге. Банджо Казуи, блять, свое. Это какая-то современная игра. Определенно. Я бы предположил, что это Dead Island. Dead Island. Да не, первый. Нет, не Dead Island, окей. Metacritic score 83. Ага. Монстрополис какой-то. Угу. Far Cry, ну, уже думаю, что нет. Если только что-то типа Saints Row, может быть. Ну, такого бредового. Blood Dragon. Оригинальная платформа PS3. Ха? PS3. Blood Dragon же шутан. Здесь я что-то шутана не вижу. Здесь я вижу какую-то фэнтези-адвенчуру. PS3. А, ну, ясно, понятно. Цвет раскраски. Окей. Infamous 2.
Ну теперь я да, вижу, что это да. Это Infamous. Оригинальный релиз 2011 год. 2011! Ай-яй-яй. Я думал, это 2009 игра. Но у меня есть же, да? Или у меня первая тут? Я не помню. Sucker Punch Production. Sucker Punch делают... Ghost of Tsushima, да? Нынче. А Infamous они почему-то забросили. И зря. О, ёпт, почта. Либо это старая игра, либо это какая-то ретро-игра. Ну, в плане с закосом на ретро. Запакованная, лимитированная. Я вижу, что у меня написано просто дурная репутация. Да. Просто дурная репутация. На вторую я купил, вроде как. Я так странно, знаешь, я начал со второй части, а потом на первую сел. Вообще не пожалел, что со второй начал. Потому что если бы начал с первой, мне бы вторая не понравилась вообще никак. Окей, Metacritic Score 89. Что это? Пирамиды и пальмы. Есть подозрение, что это может быть шутан у первого лица. Duff Beer Hollywood. Twist... Нет. Хотел сказать Twisted Metal. Оригинальная платформа ПК. Это Duke Nukem? Да. Это Duke Nukem. Определенно. Привет на Ламбер. Я еще по этому скриншоту задумался. Вернее, вот по этому. То, что там в уголочке он сидит чел слева. Какой-то очень знакомый. Ну вот это я вроде помню. Но я сначала подумал, что это Twisted Metal, но ПК. Релиз 96 год. 3D Realms. Окей. Окей. Я бы предположил, что это Detroit Become Human. Но пока не знаю. Мне кажется, Detroit уже выпадал, нет? PS4. Блять, ну это... Ну подожди, ну это реально Детройт? Я просто сначала вот из-за этого подумал, что это Бэтмен, может быть, но... Платформа PS4 меня смутила. Детройт. Become Human. Да. Я сегодня в ударе. Да? Metacritic маленький, но... Однако ж... Детройт. Меня еще по этим вывескам смутило. И то, что здание на заднем плане было в какой-то странной этой штуке. Да-да-да, это в самом начале там была... Ну или... Где это... Робот отсматривали, куда шел. Релиз 2017 Quantic Dream. Удивительно, да, что 78 всего. Хотя вроде бы игра популярная, да и любимая. Ну, в смысле, любимая людьми. Удивительно.
Нет? Ну, два, значит. Что-то подумал, что три. Ладно, два. Это очевидно. Что-то новенькое. Что-то новенькое. Оно подсветило, что да, это был Mega Man франчайз. Ха. Такого раньше не делал этот сайт. Интересно. Да я из змеи. Я подумал, это уровень Snake Man, поэтому я написал Metal Man, Mega Man 3. Ну, здесь понятно, здесь страусы сейчас побегут. Слишком стара до метакритики, платформа NES. Action платформер, релиз 88-й! Capcom. Разработчики. Где мои яйца? Я есть, где мои яйца? У меня есть пару идей, конечно, но... В теории пока никаких. Это не та игра, которая типа Банжи Казуи, но... Новая там... Как она? Лейка... Лая... Как она? Лука Лали? Забыл. Нет, не она явно. Чё-то другого. Чё-то другого. Пикросс, может, какой. Я не знаю эту игру определенно. Оригинальные платформы Windows, PS4, PS5, Xbox One, Switch, Xbox Series? Ха? И это игра про муравьев. Про каких-то, судя по всему. It Takes Two. Ну, это вполне себе может это Takes Two быть, потому что я в нее не играл. Поэтому эти пейзажи я не узнаю. Нет, это не она. Action платформер Puzzle Element. Я знаю, что это. Блять, я не знаю название. Здесь стиль визуальный такой. Главный персонаж в 2D ходит, но окружение все 3D-шное. Главный герой вроде как человек. Я забыл название. Нет, это платформер. Прям платформер. Релиз 2022, да, она в том году выходила. Блять, я забыл. Как она называется? Да я хрен вспомню, вы чё? Нет, не Психонавт, не Little Big Planet. Там реально все в 2D сделано. Tiny Tin. Вот это звучит правдиво. Да. Да. Угу. Да-да-да, она. Видишь, он персонаж 2D-шный. Он картонка, грубо говоря. Но окружение все в 3D сделано. Ее еще показывали на... У Джеффа Килли у этого. Только что это было? Game Awards? Или летняя? E3? Не помню. А Splash Team? А девелоперы? О да! Devolver Publisher. Да. 850 игр сразу на ум приходит с этого скриншота. Давай еще. О, да, еще лучше. Metacritic Score 87. Причем такое Horizon-овское очень сильно. Но нет.
Оригинальная платформа Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Судя по арт-стилю, это Namco Bandai. Вполне себе. Какая-нибудь Tales of Berseria или что-нибудь типа того. Ну-ка, давай. Дальше. Экшн-РПГ. JRPG. Угу. Хотя это может быть и Dragon Quest 11. Ну-ка. Не так. Наверное, так. Echo of an Illusion. Illusive Age. Бум. Нет. Ага. Релиз 2021. Я не узнаю вас в гриме. Думаешь, Fire Emblem? А как последний Fire Emblem назывался? Тот, который не такой, как... Вот это? Shadow Valentia? Нет. Bandai Namco Studio. Я знаю свой Bandai, ну. Tales of Arise. Возможно. Возможно. Давай, последняя попытка. Tales of. Я изначально сказал Tales of. Почему я не доверил своему чутью? Tales of. Но Tales of чего, я не знаю. Потому что их слишком много. Ну, так вот она выглядит. Но студию разработчика я угадал сразу. Давайте последнюю и будем закругляться. Чё, чат, угадываешь сам или мне помогать? Какой год? 2003? Второй? У этой игры нету Metacritic Score, и в этом нет смысла. Почему? Потому что она старая. Я это и так вижу. Я 100 пудов знаю эту игру. Уж больно все такое знакомое. Платформа Windows. Ха. У меня есть один вариант. Но этот вариант супер тупой. Нет. Хорошо. Симулятор, сэндбокс, open world, MMO игра. Но пока. Roblox. Релиз 2000... Roblox настолько старый? Год. Нет, я думал, что 2011 где-то. Ну, 2005? Roblox Corporation. Давай точно последнюю, все. Ну, это из нашей аллеи.
нечто олдскульное, либо с закосом на олдскул. Я бы предположил, что платформа GBA. Возможно. Но это не точно. Metacritic Score 91. 16-битная игра. Как минимум. Слишком много цветов. Stardew Valley. Рискнем? Нет. Платформа Game Boy Advance. Я знаю свои консоли, ну. Вот только игру эту, к сожалению, не знаю, но у меня есть пару догадок. Типа Golden Sun. Вот только какая из... Я прям, да, это пару догадок. Как раз две. Golden Sun. Бум. Так и есть. Никогда не видел, как она выглядит, эта игра. Я знал, что она есть. Знал ее название. Знал, что это JRPG, ролевая игра. С пазл-элементами. 2001 год релиз. А, блин, прикольно, слушай. То есть, вид сверху. Пиксель-арт. А во время боя пререндер. Вау. На GBA такое. Чудеса. Camelot Software. Planning. Блин, они выглядят на GBA как пластилиновые. Прикольно. Это точно пиксель-арт? Походу, это Zelda клон какой-то, да? Только с пошаговыми боями. Ну ладно. Окей.